чтобы жары не было. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Не поздно, не поздно. Все хорошо, до свидания. Сень, что вы делать сегодня будете? В ЗАГС пойдете, да? А они сегодня идут в ЗАГС. Меня видно там? Во. Ну, рассказывай, что, как ты до такой жизни закатился? А? Как колобком. За ручки держите? Трубу убери, да? Кольцов нету нигде. Маникюр. Ну что, Витя, допрыгался, все. Все. Сегодня какое? 17 августа. 2018 года. Ну вот, дорогие друзья, с чем я вас, милые мои, поздравляю. Я сегодня это на видео снял специально для вас, для истории, чтобы вы потом деткам своим показали, что я-то снимал все-таки я. А вот Марина Алексеевна. Пойди к Виктору, подойди, пожалуйста. Ты что, видео? Да ты догадливая. Это видео? Правда, видео, да. Это видео. Поближе, не стесняйся, это близкий родственник. Ты тоже можешь присесть туда, ничего страшного. Тоже не стесняйся, тоже близкий родственник. Ну вот моя семья, дорогие друзья. Я сейчас вам говорю, это, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки на мой канал. Я вам скажу, у меня появилась новая семья. Нас на одного человека больше пока. Но если учитывать всего родню, теперь нас много. Нас хаустовых до хрена теперь. Скажите, что она не похожа на его маму. Но я в хорошем смысле. Если подойти вот так, смотри. Вот это дети. Никогда не подумайте, что это зять. Вот это, короче, сын, дочка. Дочка за точка. Смотри сюда. Ну, а я брутальный еврей. Да, шалом, братва. Сегодня они идут в ЗАГС. Я вас всех поздравляю. Ура!